Компания Hyundai начинает продажи кроссоверов лимитированной серии Rock Edition с оригинальной отделкой и выгодным набором опций. 100 кроссоверов Tucson и 500 Santa Fe уже доступны к заказу у дилеров. Попутно заменены и топовые двигатели. Под капотом Tucson вместо турбомотора 1.6 с непосредственным впрыском и преселективным роботом обосновался приземленный атмосферник 2.4 с шестиступенчатым автоматом. А у большого Santa Fe появился V6 с распределенным впрыском. Мотор относится к заслуженному семейству Lambda и известен по разным моделям Hyundai и Kia. Компания ему составил 8-ступенчатый автомат. Плановый рестайлинг компактного кроссовера Toyota CHR затронул бамперы и фары, причем вся светотехника теперь диодная. Силовая гамма пополнилась гибридом на основе 2-литрового бензинового мотора. Такая установка уже есть на европейских Короллах. Но в России Toyota CHR продается только с турбомотором 1.2 и 2-литровым атмосферником. Причем полный привод доступен только для турбированной версии. Поэтому российским покупателям придется оценивать доработанную шумоизоляцию, перенастроенный электроусилитель руля и новую медиасистему, которая поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Грузовой фестиваль TrackFest впервые прошел год назад в Новосибирске и привлек более 40 тысяч гостей. На трех площадках провели TrackFest форум для бизнеса, выставку эксклюзивных грузовиков и даже дрифт-шоу. В нынешнем году организаторы уже устроили несколько автопробегов, а главное событие перенесут в Москву. Транспортные компании, водители дальнобойщиков и простых любителей грузовых машин приглашают в агрокластер Food City. Участникам и посетителям обещана интерактивная выставка, семинары, мастер-классы и деловая программа.